Друзья, чаек налила себе и супчик. Хочется горячего супчика, натурального, спаржу. А потом обливаться. Друзья, всем привет! Сегодня 27 июня 2022 год. Я знаете, что решила? Среда. Что я буду на сторис теперь записывать, как я обливаюсь. Да. Все просто потому, что, знаете, вот в Инстаграм я захожу сейчас очень редко. Но сейчас начала опять заходить. В Инстаграм у меня не все публикации есть, а вот ВКонтакте все есть. Поэтому буду исправлять. Так, ну что, на самом деле солнышко как будто бы вот сейчас выглянуло. Ну не как будто бы, оно выглянуло, да? Но холодно. И поэтому, когда будет холодно, я одеваю у Игоря халат. Так. За 15 секунд. Интересно, успею облиться? Водичка уже готова, набрана. Снимаю халат. Нет, наверное, не успею. Друзья, исправляюсь. И в Инстаграм. Ой, сколько воды много набралось. Показываю вам в Инстаграм. А сейчас самое интересное, очень холодной водой. Обливаюсь. Продолжаем.